Приятно познакомиться, восточноамериканский тритон. Это очень удивительное существо. Восточноамериканские тритоны живут только в чистой воде и дают знак, что тут нетронутая природа. Достигает взрослая особь 14 сантиметров, а личинка достигает всего 2 или 8 сантиметров. Личинки же питаются водяными блохами и улитками, а подросшие тритоны находят насекомых под подстилками листьев. Ведут они ночной образ жизни и в основном на суше. Обитают на западе, где США, и на востоке Канады. Но у него несколько пятнышек, которые находятся на спине. Его еще называют красной саламандрой из-за его невероятно красного цвета. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте голосовать в сообществе. Это была «Обратная география». И теперь вам всем покеда!